Да. Дима сидит, кушает кашку. Ну, с 9 утра, но по ощущениям... А, всем привет, да, забыл поздороваться, с вами канал Османия. По ощущениям, как будто время 5 утра или 6 утра, да? И мой день сегодня, мое утро началось с мытья полов. Вот они. Мытья полов, потому что с утра пришел слесарь. И, наконец-то, посмотрел нашу трубу. У нас такая вот потекла. Штучка. Видно? Вчера я вызывала. Вот она прям потекла. У нас здесь ремонт, не пугайтесь. Плитку содрали. Приведу на себя. Сейчас. У нас потекло. Я вчера вызвала слесаря. Ну, как это, муж сходил, записал, написал заявление. Слесарь пришел. Посмотрел, говорит, материалов нету. А у нас сейчас не ЖЭО, а коммунальник. Какой-то там коммунальник. Еще год назад в детской меняли, да? Что там у нас было? А тоже потекло. Было еще все нормально. То есть пришли, сделали, там трубу поставили, там провели. То есть все нормально. В этот раз недавно, относительно месяц назад, мы голосовали. То есть либо коммунальник у нас будет делать, либо кто-то ЖЭУ, что ли, я не помню точно как. Вообще еще сонная, прям вообще не могу проснуться никак. Вчера опять легла поздно. Мы проголосовали за коммунальник. И в итоге оказывается, что у них, оказывается, нет трупа. Я говорю, слесаря, а сколько месяцев нету трупа? Вы 3 месяца. Я-то думала, до нас скоро дойдет очередь, потому что у нас на кухне вот здесь потекло. Где-то эти трубы находятся в стене, то есть, не знаю, и в детской потекло. То есть мы, говорю, будем сидеть без отопления, получается. Вот, он вроде, нет, нет, все сделаем. Остался месяц до отопления. Блин, вообще у меня просто эмоции вырываются. Вообще у меня такая, не то, что даже злость, у меня, наверное, больше удивление, почему так вообще, почему нет труб. То есть, получается, я-то думала, что до нас очередь сейчас уже дойдет. Вот, он мне в начале лета сказал, что просто очередь, мол, это до вас очередь дойдет, сейчас мы все делаем, делаем, делаем. А оказывается, 3 месяца нету труб, то есть это буквально в мае, наверное. Да, это в мае, они закончились, а я в июне звонила. То есть, блин, вообще путаница нереальная. Как так, такое может быть, непонятно. Вот так вот такие у нас новости, такое у нас утро. Я думала поспать подольше, легла опять поздно спать, легла, не знаю, где-то часа в 3, наверное, ночи. Да, где-то так, около 3. Вот, а мне в 8 утра, начало 8, звонит домофон. Я выскакиваю на балкон, у нас там, ну, как балкон, и окошечко боковое, и оттуда видно подъезд. Смотрю, какая-то женщина стоит. Там сумка белая, и это, и штанина, что ли, черная. Думаю, что за женщина-то пришла? Думаю, мама, что ли, в гости пришла? Ну, она позвонила бы с вечера. А потом смотрю, слесарь. Ну, побежала открывать. А он еще изменился, я его, короче, не узнала вчера. Он говорит, вчера, говорю, не вы были. Он, да я была, вы просто сонная. Он торопится, торопится, а вот год назад приходил слесарь, он спокойно пришел, объяснил, он никуда не торопился. Он объяснил, побеседовал, все выслушал, сказал, то есть, ну, блин, все нормально было. А тут торопится. Я его не узнала, видимо. У него еще эти усики отросли. Да, кухня там у нас. Небольшой тоже, небольшие завалы. Вот. Короче, у нас вот так вот такие дела. Сейчас мы с Димочкой сейчас кушает. Я полы наконец-то домыл, не могу. Ну, грязно. Грязно все, кругом грязно. Они же с подъезда эту грязь заносят в квартиру. А ребенок может и на пол у меня упасть, и бывает ложится на пол, и лицом прислоняется по-разному. Вот. По-моему, я только в туалете забыла помыть полы. Самое главное, кстати, что в туалете я забыла. Я так торопилась взять камеру, думаю, сейчас я на камеру как это все расскажу. Но, блин, я такая сонная, это вообще, у меня вообще мозги не соображают. Там этому слесарю начала объяснять, а он мне... Блин, я 2 слов связать не могу. Чувствую, что я сонная, спать хочу, но думаю, блин, да что такое, у меня никогда такого не было с утра. Да? Забывчивость. Вот так у нас такие дела. Скоро отопительный сезон, а у нас получается уже 3 комнаты, которые будут без отопления. Остался вот только зал,
моя комната, вот только там отопление осталось. Вот, получается, чем плохо труба в стене? То, что, допустим, если была наружная труба, ее бы сейчас там подсверлили, там это, хомут поставили, что-нибудь, да, и все, то есть у вас отопление было. А эту надо вести. Соседи, которые вот там вот внизу под нами, у них там евроремонт. И они не хотят вести трубу. То есть, ну, обои там вот это все запоганится, там туда-сюда, может быть, у них потолки натяжные, скорее всего, что-нибудь такое. Они не хотят. Дима, а мы вот согласны. Поэтому вот в комнате Жени приостановился уже 2 года, нет отопления. Потому что вот из этих вот соседей, которые внизу находятся. Вот сейчас были 2 слесаря, был еще другой мужик, он сказал то, что вроде должны все равно проводить трубы, не имеют права люди отказываться, типа это какой-то там штраф, что-то, короче, такое. Не знаю, я говорю, вот надо, говорю, вас ставить депутатом, чтобы совсем стирали штрафы. Говорю, ну как это так? Люди не хотят. Видите ли, у них евроремонт. А зачем делать евроремонт, если у вас еще нету труб? Поставить нормальную трубу, провести именно наружные, а не внутренние. Сейчас покажу. Вот они, видите? Вот он угол. Вот она идет, батарея, она идет в стену. И вот она в стене проводит. Вот тут проходит одна труба. И, видимо, вот тут на стыке вот проходит другая. Вот они, подтеки. Вот они пошли. У нас новые обои. У нас вообще на кухне ремонт. Ремонт на кухне. У нас обои дорогущие. Вот эти вот обои, они дорогие. Обидно, знаете, обидно то что раскошелились мы просто на дорогие обои, а в итоге вот такая вот фигня. То, что заехали, конечно, денег не было. Денег не было, когда мы заехали. И, конечно, старались все по минимуму, но на обои, конечно, белые обои, потому что, видите, тут и кухонный, господи, он там, кухонный гарнитур, он светленький, сверху у меня и вот обои, то есть, ну, блин, короче, так, не знаю, обидно. Надо было, конечно, тоже сначала трубы вести, а потом, ну, я не знала, что они могут потечь. Меня вообще, когда я заехала, так удивилась, думаю, класс, вау. Типа труба находится внутри, супер. А, я думала, она там не потекет. Думаю, ее там так это стена, думаю, наверное, как бы держит. Думаю, как она там потекет. Вот я что думала, да. Вот, а в итоге, оказывается, вон оно как. И соседи мы покупали, они ничего не говорили. Может быть, она, кстати, эта труба. Хотя нет, она весь отопительный сезон не текла. Вот только вот у нас, слесарь сказал, только в нашем подъезде текет у всех. Говорит, у всех все нормально, а вот у вас текет. Я думаю, наверное, у нас соседи больше всех музыка орет, потому что у меня и вот эта вот труба потекла после музыки, и та потекла после музыки. Но она не настолько у меня прям громкая-то. Как будто, знаете, соседи затапливают, ведро воды так вших, вылили. Главное, самое интересное, они-то вот могут включать музыку громко? Всю ночь она у них орет, все утро, целыми днями орет, вот и можно. А мне нельзя, как будто бы. Сначала думал, что из-за музыки, потом нет, мы еще пару дней назад врубали, ничего, нормально. С моей стороны не потекло. Ну, как-то так, ладно. На сегодня... Немножечко насыщенный день, да? Мы сегодня с Димочкой идем к врачу. Да, Дима? Да? К неврологу мы идем. Диме 2 года, и надо обходить некоторых врачей. У нас вот невролог, и к окулисту мы записались 10-го. А, хотел сказать, января, сентября. Вот, не знаю, когда этот ролик выйдет, наверное. Сегодня, может быть. Не знаю. Да? Спит. Вон он спит. Вот ради чего я купила эту коляску. Именно вот ради вот этого. Чтобы ребенок спал на свежем воздухе. Спит маленький. Мы вышли гулять. Ходили уже к неврологу, нас посмотрели, сейчас я зашла в дворик, наверное, сейчас посижу немножко, и мы пойдем в ДНС давать карту памяти в ремонт, потому что он не сломался.
все в шиповнике, смотрите. Мы с вами в начале года были, он был весь в цвету, а теперь шиповник. Он вообще прям весь шиповник, еще сильный ветер у нас, холодный. Димочка немножко поспал, проснулся, какой-то грохот был, он прям вздрогнул во сне, обидно. Мало поспал. Вот он, смотрите, прям весь. Ну, я думаю, нет смысла в середине города собирать шиповник и заваривать из него чай. Напишите в комментарии, стоит ли или нет. Мне кажется, не стоит. Посреди города здесь дорога, Московское шоссе у нас. Вот она начинается отсюда, вот постоянные машины, гарь. Думаю, наверное, не стоит. Надо все-таки на дачу набрать. А вон там рябинка. Вся в цвету. Не в цвету, а в ягодах. Ее не поливали, что ли? Красивая какая. Сейчас мы идем в ДНС отдавать карту памяти мою, отдадим, я потом расскажу, что как там. Дима. Дима уже проснулся. Все. Уже все.